Всем доброго дня. Этот сюжет о том, что можно найти в лесу и сделать себе такой какой-нибудь сувенирчик такой. Нашла я корешок, вот, и почистила я этот корешок. Чищу я до тех пор, пока, вот, до твердого я чищу, пока уже ничего не ломается, оно уже все такое. В общем, всю трухлявую часть я счищаю. Вот, чем счищаю? Ножиком обычным, ну, вот такие вот ложкорезы я купила себе, 3 штучки. Вот такие, можно вот такими вот счищать. Ну, можно обычным перочинным ножиком. У меня первая работа такая, которая получилась, перочинным ножиком. И потом я обрабатываю наждачкой. Надфиль, если есть, можно наждачкой. Для того, чтобы вот эти все вот загогулинки тут такие, впадинки, там всякие отверстия, которые здесь есть, чтобы их хорошенечко вычистить. Что такая многомерная вот получается фигура, и как ни поверни, как-то получается интересно. А первую свою работу я сделала просто перочинным ножом. Вот такой старший брат получился. Вот такая вот интересная конструкция. Очень приятная на ощупь, очень такая. Я ее очистила наждачкой мелкой. И вот получилась вот такая вот интересная штука. Всем творческих успехов!